Добрый день, с вами Роман Кунецкий, проект «Русский экзотический сад». И вот решил по возможности пробовать снимать очень короткие видео на тему цветения просто отдельных растений. Вот. Сейчас в саду цветет Михелия фиго, на которой отдельное видео. И также хотелось бы рассказать о другом интересном растении, которая отцветает. Вот, кстати, довольно симпатичная композиция. Всегда стараюсь ее снимать. Из бадьяна-нисового аукубы. Импатинса амийского. Вот, хомеропсис. Решил там дальше, можно видеть, цвести трахилосперму, звезда Тосканы. Сейчас мы попробуем сюда пролезть, не подавив никого, и посмотреть, кто у нас тут. Ну, уже на самом деле доцветает. Вон они, да? Видно, по-моему, хорошо. Цветочки. Сейчас давайте с другого ракурса попробуем подлезть. Так, он хочет, чтобы я его как-то... Вот это цветки бадьяна анисова. Сейчас эту ветку попробую развернуть, чтобы ее тоже не поломать. Вот. Такие вот цветочки. Там вот еще один. Спрятался за листом. Так. Его тоже показать. Он уже так частично потерял тут часть лепестков. Вот такой цветок. Этот цветок вот такой. Да, вот можно видеть еще дальше цветы есть. Все отцветает. И ну, вот тут вот еще поблизости есть цветочек. Ты вот тут видел. В принципе. Я в свое время насчитывал около десятка бутонов. Ну вот, например, вот он, да? Еще один цветочек. Очень похож на лимонник. Только крупнее гораздо. Но это семейство лимонниковое. Так что ничего удивительного в этом нет. Вот такое замечательное растение. Священно-японское. Называется шикими или сикими. Ну и название шикимовая кислота пошло от этого растения. Шикимовая кислота, я рассказывал об этом год назад в одном из видео. Это такая основа для современного синтеза противогриппозных препаратов типа Тамифлю, Занамивира. Наверняка вы слышали такие названия. Так что это вот отсюда. Спасибо за внимание.